два было точно, или без 15 два, где-то так. Угу. Вот это я шандарахнул, я на кухне чай пил, это может не спасло. Чердак, окно пробило полностью. В доме там такое вот все. Осколки попали вовнутрь. Угу. Кровати. Ну, радио разбило. Разбило эти забор, смотрите он. Это разбило эту трубу, побила дырка. Газовая труба? Да. В результате обстрела из 82-миллиметрового миномета повреждены частные дома, институт железнодорожного транспорта, общежитие, прилегающие торговые ряды. Пострадало 4 человека, из них 2 студентов. Донец опять содрогается от звуков артобстрелов Национальной гвардии Украины. В результате прямого попадания горит дом, который находится позади меня, по проспекту Партизанский. Горят квартиры, горит весь дом, все горит. Это первый артобстрел, которому подвергается дом? Нет, уже сотый. Бомбят каждый день. Мы как могли, так держались. Латали все. И вот к чему привело. Сегодня днем закончили. И с нами, с квартирами. Квартиры выбиты, сгоревшие. Только за сегодняшний день пострадали следующие объекты. Петровский район, шахта Трудовская. Киевский район, попадание в район ЖД института. Улица Дворжика, район Путиловского моста, проспект Партизанский 37Б. Детский сад номер 392, остановка Тучмаш. Улица Чапаева, улица Светлова, детский сад номер 389. Куйбышевский район, улица Лузина, проспект Колхозный, проспект Кремлевский, попадание в ВТБ, попадание в крышу школы номер 41. И это далеко не полный список. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, Давид Худжец, военный корреспондент и гвардеец «Восток», телеканал «Новороссия», Донецк.